Спортсмены и любители соревновались за звание самого выносливого. В поселке Солнечный прошли состязания по кроссфиту, которые объединили свыше 40 спортсменов из разных районов области. Организаторы совместили тяжелые комплексы упражнений и разделили всех участников на категории спортсменов и любителей. Попробовать свои силы смогли все желающие. Но, конечно, для тех, кто только недавно начал тренировки, поблажек было больше. В категории любителей веса и количество повторений упражнений было меньше, чем у профессионалов. При этом кроссфит в принципе не рассчитан на тех, кто еще недостаточно тренирован, поскольку совмещает комплекс из сложных упражнений, рассчитанных не столько на силу, сколько на выносливость. Соревнования по кроссфиту, смысл их заключается в том, чтобы выявить универсального спортсмена. Спортсмен должен быть и сильным, и выносливым одновременно. То есть упражнения, которые могут быть на соревнованиях, их участник узнает только непосредственно придя на соревнования. Это могут быть от бега и плавания, и до тяжелоатлетических упражнений, рывок, толчок.